Я очень далек от криптовалют, биткоинов, блокчейн, технологий, децентрализации. Для меня это как интернет 2000-е года. Но за последний год я за эти биткоины столько наслышался новостей, что непременно стало интересно. Все знают, что стоимость биткоина то растет на несколько тысяч долларов в день, то падает, и кто-то да и зарабатывает на этом неплохие деньги. Если вы не хотите во всем разбираться, в принципе, как и я, то могу вам порекомендовать команду Start.com. Она позволяет зарабатывать на современных технологиях, не переводя деньги в саму криптовалюту. Вся подробная информация на сайте. Ссылочку я оставил в описании. Это погода пиздатая. Чё-то я, блядь. Здорово, парни. Такие вещи купил, ёпты. Буду бросать, ёпты. Чё думаете по поводу вот этой вот дрочи? 666 рублей. 3 девятки, 3 шестерки, похуй. Ну, ты, наверное, хуйню какую-то пишешь, поэтому мы игнорим. Вот такие, блядь, темы скоро будут. С надписями там, с принтами для... А это вот... Не, это маленькое, это, короче, мы не будем использовать. Вот это вот будем использовать. Вот такая хуйня, вот, возможно, в ушах. Чуть-чуть не будет, мы подлиннее сделаем немножко эту резиночку. Суки, блядь. Зенс. Так, там говорят, у этого вышел альбом, блядь, как его нахуй. Это, блядь. XXXTentacion, дура эта, ёпта. Волосатая, Kill Bill Gang, парни. Just got the best hardcore. Slim альбом. Скиньте кто-нибудь личку мне, ссылку на него. Я сейчас чекну обязательно. Да не, почему хуйлан? Ну, тут сейчас вот качаться начинаю, сейчас вот, когда жимчик сделал, уберусь в комнате, блядь, жимчик, турничок, брусечки, ёпты, вся эта вот эта пиздула. ВНР, блядь, вот эти ссылки, а, ВНР я, по-моему, есть, да мне просто неохота, у меня клавиатура далеко, короче, неохота писать, блядь. Дела заебись, кто я, нахуй, я твой бог, нахуй, твой родитель, блядь, концерт с филиалами, конечно же, будет, блядь, выебем всех вас. Да слим все уже, братан, ёпта. Я тебе говорю, песочек, ёпта. Сейчас я нахуй вылетаю, ёпта.
Проект год нахуй, даст всем поебалу нахуй. Ну, Слимус, блядь, включай. На Бермудах, блядь. Каких Бермудах, нахуй, я Берлёв сижу, ебаный в рот. Мне это вообще не интересно. Место под солнцем, место под перцем, еб твою жизнь. Обратно в море, ебта. Обратно в болото, нахуй. Я бы так треки назвал бы. Во все тяжкие. Вам на ляжке, ебта. Я бы так назвал. В марте. В марте так бы и оставил. Дивный мир. Я бы так вообще бы треки называл. Это типа АТЛ или чё? Нахуй он как АТЛ песни поёт. АТЛ, ёпта. Не, нахуй, вообще. Я даже слушать это не буду трек. Дальше. Чё, блядь? Это типа все треки под один бит? Или чё? И с одним текстом, типа? Типа того? Ну, первые три, по крайней мере, уже. Во. Бля, заебал уже вот это тело, эти бабки, бумажки, все кажется, все это, блядь, я же. Вот этот хороший трек. Во! Вот это. Короче, трек в марте заебись, все остальное полная хуйня. Пусишлак, блядь. АТЛ, блядь, просто, блядь. Слим захотел, блядь, понемножку примолодиться, блядь. Сипиком по нему уже не помогает, блядь. Не, хуйня, короче. Альбом хуйта. Трек в марте пиздатый. Все остальное шлак ебаный, нахуй. Вот сейчас я выпущу, блядь, клип, покажу, блядь, ему, как, нахуй, как надо рэп читать, нахуй. Этому мальчику в трубах, ёпте. А, да не, шучу, Слим красавчик. Просто у него... Не, ну это, не, Слим красавчик, я его люблю, блядь. Пиздатые альбомы, блядь, вообще. Мне нравится, у него хорошие, блядь, вещи есть, нахуй. Блядь, слушал дохуя его треков, блядь. Некоторые даже сейчас не прочь послушать. Ну что тут этот альбом вообще, блядь. Ну АТЛ, ёпте. Кроме трека в марте. Трек в марте пиздатый, ну, как по мне. Я даже дослушать его не буду, но я слышу, что он заебись. Короче, вот так вот, пацаны. Слиму респект в любом случае, нахуй. Мне 21, ёпта, а не 27, блядь. 27 твоему отцу, нахуй. Понял, блядь. Привет, Hillbilly Gang, from Russia, from Moscow, from me. Hey, bitch, how are you? Все, ладно, парни, я убираться, короче. Виталя, блядь. Я скорее вот этого кактуса расшевелю, чем этого толстожопую, ёпта, гниду нахуй. Залупу, ёпта. Ленивую, блядь. Ладно, пацаны, давайте. На связи позже зайду. Лизеры порезали в Отрадном. Когда, кто еще? Я сейчас выезжаю нахуй, со всех там порежу. Кто там на мою братку нахуй? Кто на мою братку нахуй, ёпта, всех нахуй проткну, блядь, пидорасы. Лизера кто тронет, выебу нахуй. Я серьезно, блядь. Это мой дагестанец, блядь, ёбаный в рот. Поняли, блядь, мой бро нахуй, ёпта. Здравствуйте, ёпта. Вместе, блядь, с ним нахуй. Через многое прошли. Мамба по домам. Раскол, показывай, что у тебя в холодильнике. Блять, сейчас телефон сядет, ну ладно, сейчас покажу. Главное, чтобы телефон сел, а не человек. Ну тоже верно, да. Ты знаешь, что я истину говорю всегда. Братаны, как и я. Ты такой же, как и я. Ты такой же, как и ты. Просто так прохожий парень. У меня три холодильника, тебе какой показать. Че? Три холодильника, какой тебе показывать? Да, из трех
Вот первый, с мясом, с грибами. Давай другой. Так, идем дальше. Ва-па-па-па-пам. Вот второй. Тут тортики, короче, яички, вот творожок, супчики, масло, курочка, соусы, кукуруза, какие-то еще молочные продукты, яички, таблетки. Бля, братан, у тебя такой набор, ты бы видел мой холодильник. Я просто блогер известный, меня зовут Паша Петерчуков, и я, короче, веду блоги, я смотрю у известных рэперов, что у них в холодильнике. Ну а тут у нас варенье, получается. Вот пиздец, ты, а целый, блядь, холодильник вареник. Это не холодильник, вареник. Тут различные варенья. Соленье, варенье. Соленье, варенье. Таблетки. Вот таблетки, вот свечки, ну, от простатита. Это, прости меня, господи, убери ее нахуй. Свечки от простатита. Свечки от геморроя. Ты так раз играли, слышь. Братан, ну, всяк, я спортсмен, у меня, как бы, это, сам знаешь. Не-не, у тебя так вот раз играли, жал, слышь. Вот-вот мама моя. Здравствуйте. Очень приятно, это Павел. Программа «По домам». Мы ведем ее из интернета всегда, часто очень. Да, мама, кстати, мама тебя любит, но говорит, ты дуришь много, братан. Ну, я а так, мама, мама скажу, моя говорит, что я немножко... Чтобы все хорошо вел, а то свою маму не слушается. Братан, послушай вот мою маму хотя бы. Да, конечно. Послушай, ну, давай, мою маму. Давай, главное, давай. Главное, маму, чтобы была здорова, всегда с тобой рядом. И ты маму радовал. Мама радуешь, радуется, мама? Она... Мой... Мама радуется только, что смотрит мои клипы. Ну, мне кажется, она не особо радуется. Нет, она, не, она говорит... Моя-то не особо радуется, а твоя-то мне кажется, тем более. Я звук и плачу на вас. Моя мама плачет. Она звук убирает и говорит, а картинка хорошая. Картинка, говорит, хорошая. Ладно, главное, чтобы мама хорошая была. Я ее люблю очень. Вот смотри, сейчас поцелую. Мам, надо... А ты когда последний раз маму целовал? Смотри еще. Я... Вот она где любовь. Вот это семья, вот эта семья настоящая, братан. Уважение, уважай маму, люби ее и цени. Вот, вот сейчас вот философский выпуск был. Философский, да. Я показал тебе холодильники, еще немножко философствовал. Есть такое. Я, конечно, тоже бывает иногда там пылю, но стараюсь не пылить, потому что уже все-таки взрослый парень-то, как и ты. А тебе вообще 37, братан, ты тоже должен это вообще знать давно. Ну, 37 так 37, что поделать, старость не радует. Согласен. Старый. Напомни, пожалуйста, мы точно едем на вписку к вам? Да, на вписку, братан, мы едем. Я иду сейчас к деду убираться в квартиру уже даже. Вот сейчас у себя уберусь и иду к нему убираться. Хочу, чтобы все красиво было там просто. Не, мне-то стоит переезжать просто рано утром. Братан, к часу надо приезжать, к часу, там не рано. Я говорю рано утром, ты бы знал, во сколько я стою. Ну, блин. Ну, короче, надо, мужик, они как бы очень сильно рассчитывают, что, ну, как бы надеются, что ты приедешь. Не, я бы я хотел бы приехать с дедом поговорить, там пару вопросов. Да, там и ювелир, короче, будет тоже, он там это, тоже как раз грилзы новые там тебе, слепок там снимет. А он приедет, да? Да, он приедет тоже, все он приедут. Мне, он мне нижний не сделал, кстати, мне нижний. А? Нижнюю не сделал. Ну вот, сделают. А я, кстати, вот сейчас сделал нижнюю, верхнюю. Вот они даже, он сказал, возможно, даже уже будут к выходным готовы. А я, короче, что сделал себе, понял? Там типа как у скрима, короче, а как у зилоками, короче. Типа каждый зуб отдельно, короче, будет, как настоящий будет смотреться, понял, типа? Я понял. Ну, есть такие, да. Не, у меня так Ксенс написано. Зенс. Ну, Ксенс, ну они такие, братан. Ты из свинца, знаешь, там на даче отливали тебе. Ребята, вот сюда, сюда мы. Изгрузил, знаешь, изгрузил. У отца своровали в сарае. Мы нормально, грилзы. В сарае, мне так кажется. Это красивые грилзы, братан. Ладно, старый, мы не можем показывать, что мы будем делать дальше, потом подключимся. Ну да, слушай, ты выложил то, что нужно там. Посмотри. Сейчас посмотрю, давай. Давай. Ну, историю давай, не выложил, сделал фотку пока. А, ну давай в историю-то дропну тоже, ладно? А историю дропну, только, блин, попозже чуть-чуть, ладно? Базар ноль, как скажешь. Не забудь только. Ну, если ты на рыв придешь, то не забуду. Приду, хорошо. Приду. С мамой. Мамку сегодня возьму. Сегодня в клубе «Город», он же театр, будет рейв большой. Мы играем. Там будет угарно. Ты деда бери, он там танцевать начнет. Думаешь?
2 часа ночи, дед. Как тебе, кстати, альбом Слима новый? Как мне, правда, в 2 часа ночи, я думаю, ему нахуй это не надо было. Как тебе альбом Слима? А? Какой? Вот сейчас у него вышел какой-то. У Слима вышел альбом? Да, он, ну, короче, это можно сказать, что альбом вышел у АТЛ, потому что там все треки, как у АТЛ, кроме одного. Давай еще послушаем, братан, ты мешаешь? Ну, давай послушаем, конечно. Но это АТЛ, я называю это как бы АТЛ альбом выпустил, а не Слим, я считаю. АТЛ? Ну, короче, выпустил Слим, но треки, короче, типа, Слим сделал как АТЛ, и поэтому я считаю, что альбом сделал АТЛ. Короче говоря, я понял, сбайтил стайл, как говорили нигеры, блядь, да. В Чикаго, ёпта, перед тем выстрелом в голову. Понятно, ты в чехарду какую-то, в чехарду уже какую-то он играет, ему 40 лет скоро. Ну, чехарда, а чехарда, главное, старик имеет бабки. Нет, старик красавчик, бабки имеет, как бы, да. Не, молодец, я уважаю вообще его. Он, я вот... уважаю всю группу, Давида, да. Борисовича. Давида Борисовича, Гуша тоже уважаю. Алексея, вот у меня, кстати, розовый, смотри, Пола. Вот, кстати, можете найти в шопе тоже. Все, 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 завязываем. Новая школа, все. Да, да. Давай. Бля, что там, кому ебало разбить уже? Начинаем трансляцию с геморроя. Какой-то хуй пытается позвонить, доебаться. Но мы можем это решить вообще одним только движением пальца. Короче, ребят, мы с Лаки сидим вместе в студии канала «Дважды два», и вы можете задавать нам вопросы только по существу. Лучше так, знаешь, как бы так, ну так, знаешь. Это да. По существу задаете вопросы, мы на них по существу отвечаем. Вопрос задаете говно, я вырубаю трансляцию, вы сосите хуй. Как обычно в школе своей, блядь, 25.017. Так, итак, читаем. Аллах Акбар, прекрасно. Сколько лет дуешь? Здравствуйте, там. Хуйня. Сколько лет дуешь? Паш, когда фитсфейс? Сколько лет дуешь? Да когда фитсфейс ему лучше ответить? Не-не-не-не, там было... Лет 5, наверное, может 8. Он 5 лет дует. Новый альбом, хуй знает. Пашок, здорово. Говори всем в конце мая. Это самое нормальное хуйня. Плохо видно. Плохо видно, телефон купи новый. Когда с лизером фит? Братан, все впереди. Ты знаешь, мы сломаем этот игру всю нахуй. Тренды. Бэм-бэм. И тренды. Будут выстрелы. Если за тобой стоит андеграунд, то кто первый в очереди твою сладкую красную попу? Братан, доебаться до слова может даже таджик. А посмотрим, как ты в жизни будешь обосновывать все свои вопросы. Вот что он делает. Поэтому вот карта, вот номер. На нее перечисляешь деньги. Ты должен у меня теперь. Правильно? Я тут ссорюсь, ёпта, с Янгбитсом, нахуй. Тут ссорюсь с Янгбитсом, который тоже хочет, не хочет делиться морской солью. Морской солью. Куришь спать, иди нахуй. Куришь спать, чё, еблан, блядь? Как, с какого как, города, как, блядь? В каком году ты вообще, блядь, решил? Родился что-то. Ты. Блядь, собственно, знаете, свет просто нас хуёв горят. Да и похуй, заебись. Да, похуй, мы отвечаем, главное, вы видите... Так, ты царица рэпа, да, я царица рэпа, он царица битмейкинга. Так, дальше. Как к Хавану относишься? Как относишься к Хавану? Хуёво, и на самом деле вообще неположительное у меня, блядь, ну, короче, в хуйне это нездорово. Ну, это блогинг, рэп, это, блядь, это вообще нездорово. Мне лично похуй, поэтому я промолчу даже. Дальше смотрим. Когда олимпийский соберешь, это вряд ли, брачо. Так, когда в Красноярск еще приедешь, это вряд ли, брачо. С расколом будет что-нибудь в плане музыки? Да, братан, будет в плане музыки с расколом, если ты скинешь вот на эту карту, сейчас вот, на эту карту, 5000 рублей. Только так. Паш,
Ты хули в ВК не отвечаешь? Бля, братан, ты понимаешь, когда я сижу здесь, да, у меня телефон один. То есть, нет, конечно, у меня их два, вот, ты видишь второй. И я разговариваю сейчас со своей девушкой. Алло, вы не у меня жена, я... Жена, алло, Соня Эриксон, как твои дела, нормально? Ну да, у меня тоже ничего, родная. Поэтому идите нахуй, вы че хуйню несите, ты ебаный в рот. Приходите сегодня. Клуб «Город», он же театр, находится на Бауманской, рядом Красноксельская. Я хуй знает, короче, пробейте. Рейв будет, сегодня будем долбить рейв, ёпты, пацаны, вы че? Паша Техник и Лаки Продакшн, нахуй. Да, мы сегодня будем долбить с двух часов. Охуенный сет сыграем, для, чтобы ваши булки растрясти. Паш, когда в Казани? Когда в Казани? Хуй рядом знает. Рядом Лаки, ебой. Рядом Лаки? Нет, бля, ты кто? А ты точно Лаки? А ты точно Лаки? Бля, покажи хуй. Оголяется. Покажи хуй. А ты точно? У тебя ну хуя должно Лаки быть. Забито сбоку. Привет, Паш, ебой. Паш, ты просто бомба. Сгидались. Спасибо большое. Как к Кизару относишься, братан? Положительно. Когда Уфа? Уфа была. Новый альбом запишем, будет опять все снова. Ждите, ёпты, не ебите. Мозги не ебите, ждите. Сука, ну реально. Паш, ты чё куришь? А ты? Я курю Кэптен Блэк и кашляю. И кашляю. Как мразь. Как дрозд реальный. Ты раз, где креветка в сосисочном магазине, мудила? Ну, тупые вопросы не задавайте. Ребят, только что все наладилось, теперь опять тупые вопросы. Считаешь ли ты себя пиздатым? Нет, никогда в жизни не буду считать. Так. А что у тебя с этим, с Украиной? Ну, у меня в Украину пока что... нету въезда. Вставил бы Кати Кищук. Это из серебра светленькая. Будет еще видос с боссом. С этим. С бигарашим боссом. Здравствуй! Это кто? Бля, что есть полосы? Бля, жалко, у тебя просто вот не хватает, знаешь, что пальма такая, и мы как будто в Доминикане. А вон пальма, это лук, ёпта. Лук? Только это лук. Лук не пальми свой. Добра. С говно. Отклонило, блин. Ну ладно, отклонил ты меня, раскол. Хранители лука. Я даже думаю, знаешь... Суки, бля, кто там тебя отклонил, бля? Кто тебя отклонил? Братан, как думаешь, если назвать группу что хранители говоришь, как назвать? Лука? Хранители лука. Это что такое? Группа новая. Ну, давай придумаем группу, кстати, вдвоем новую. Давай Wi-Fi, больный, бля, у тебя где-то залупа там. Слазит, бля. Четыре палочки, у тебя там какая-то вата, ёпта, перовская. У меня не вата, у меня здесь, блядь, знаешь, у Доминика ловит, как, блядь, Санто-Доминго плачет, до фи, до лоу. Пиздец, бля. Да у тебя СС говно пускается. Знаешь почему? У тебя какой телефон, скажи. У меня 6С, братан. У меня связь отличная, я все прекрасно вижу. У меня тоже 6С, братан. Братан, 6С, братан. У тебя пиксели. А у тебя пидоры. А у меня не пиксели, братан, у тебя тоже пиксели. И два пидора. У меня вот я идеально вижу, все. Это у вас пиксели. Оберни сзади два пидора. Срочно сзади два пидора. Братан, у тебя Wi-Fi нету просто. Оплатите это Лаки Wi-Fi. Это. Он хуй еще подключен. Группу надо называть Free Wi-Fi. На самом деле группу я бы назвал ребят с нашего двора. Раскол. Нормально. Помнишь, ты рассказывал, как ты
зачитывал в тот раз. Ну да. Бля, что ты похудел-то так? Смотри, вот так вот. Это ты мне, сука, покажешь в клубе. Куртку продал. Вон третий. Вот такие вот дела. Бля, на 17. Русский рэп, парни, это хастл, хил. Ствол. Братан. Эскере. Брат, ты хочешь группу ТВЖ? Не, братан, вообще не хочу, если честно. Возьми, поднял. Короче, скоро куча предложений будет, ты будешь отвечать только да или нет. Но если скажешь да, только да, я то идешь до конца, иначе будут ебать тебя до яйца. А у меня есть друг дагестанец лидер, так что все нормально с этим. Он у всех есть, он и будет это делать. А, ну тогда ладно, хорошо, буду иметь в виду. Лаги говорят, бро, давай, ладно, отсоединяемся, потом вся Русь. Давай. Давай, люблю тебя, обнял, не шали. Взаимно. Hillbilly Gang, Fuck Tekashi 6ix9ine, Fuck Tekashi. Фактика. Все, иди в пизду, блядь. From Moscow City, блядь. Лагает нихуё. Короче, пошли его тоже нахуй. Лагает.